Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 42, упражнение номер 143. Состав задачи по уравнению 50 умножить на сумму чисел 6 и 3 с величинами скорость, время и расстояние. Как решить задачу другим способом? Коля вышел из дома и пошел в магазин. От дома до перекрестка он шел 6 минут, а затем до магазина еще 3 минуты. Какое расстояние прошел Коля, если его скорость на всем пути была 50 метров в минуту? Сначала мы узнаем, сколько всего времени был Коля в пути. 6 минут и еще 3 минуты. К 6 прибавим 3. Это будет время. Чтобы узнать расстояние, нужно время умножить на скорость. Скорость равна 50 метров в минуту. Итак, 50 умножить на сумму чисел 6 и 3 равно 50 умножить на 9. Это получится 450 метров. 450 метров прошел Коля. Эту же задачу можно решить другим способом. Сначала давайте узнаем, какое расстояние прошел Коля за 6 минут. Для этого нужно 50 умножить на 6. Затем узнаем, какое расстояние прошел Коля за 3 минуты. Для этого нужно 50 умножить на 3. И получим результаты сложить. 50 умножаем на 6, получается 300. 50 умножаем на 3, получается 150. 300 плюс 150, получается 450 метров. Можем записать ответ. Мы узнали, какое расстояние прошел Коля. 450 метров прошел Коля. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.